Будапештский цирк открыл программу для цирковых артистов с Украины и детей, которые занимаются цирком, и готов их принять. Я давно сотрудничаю с Будапештским цирком и с цирковой школой венгерской. У меня есть хороший друг Кристиан Кристоф, который, в принципе, за одну ночь придумал эту программу. И они ее воплотили в жизнь вместе с директором Питером Фекетом этого цирка. Наверное, это спасло меня. Меня зовут Аня, я приехала из Харкова. Коли почалася війна, ми виїхали з цирковим колективом до Будапештського цирку по запрошенню з нашим тренером, де нам дали будинок, де ми живемо, нас годують кожен день та привозять гуманітарну допомогу. Нам дуже тут подобається. Гарно прийняли, і де є де займатися, і нам дали роботу. Зараз я знаходжуся зі своєю школою цирковою. Здесь, в Будапешті, у мене 23 ребенка і 7 взрослих. Моя циркова школа, в моїй школі цирковой в следующем году буде вже 25 лет в городі Харкові. Часть детей здесь со мной в Будапеште, и почти 40 человек осталось в Харькове, и они продолжают там заниматься с моим мужем и с моим сыном. Они большого перерыва не делали, когда немножко успокоилась, и в конце апреля, начале мая они начали заниматься и занимаются по сегодняшний день. Меня зовут Вася, я выехала тоже с цирковым коллективом. Приїхала у Будапешт, мені подзвонили, запросили мене, та я приїхала. Будапештський цирк надав нам допомогу, харчування, дуже смачна їжа, нас годують. Потім надав нам житло, надав нам працю у цирку. Цирк дуже добре нас приймає. Это очень добре до нас относится. В Будапеште очень хорошая цирковая школа. Она имеет очень хорошие залы и большие возможности для продолжения занятий с детьми. Дети сейчас являются учениками этой цирковой школы. И я имею возможность продолжать с ними заниматься, они развиваются.